смотрите, Европа наложила санкции на Россию, из-за этого у них выросли цены на газ, и там сейчас митинги. Что вы по этому поводу думаете? Я в России, не в Европе. Пусть у них да. Я думаю, что у Европы появился шанс выйти из зависимости от Америки и начать уже заботиться о своих собственных интересах, а сотрудничество с Россией скорее в интересах Европы. То есть интересно мнение. Так, и... Сами виноваты. Да? То есть, если бы не санкции, то было бы норм. Ну, конечно. То есть, и мы бы ничего не обрезали, то есть у них бы все было бы нормально. Соответственно, и цены бы не поднялись. Понял. И сами страдают из-за санкций ведь. Цены выросли, люди недовольны, зарплаты не выросли, поэтому я думаю, это все их такая внутренняя история. Воздержусь от ответа. Воздержание. Не знаю, что сказать. Ну, сами виноваты. И все. Ну, а что еще? Сами наложили санкции, сами виноваты. Так, и сами взорвали северные потоки. А это же не подтвержденная информация или подтвержденная уже? Ну, они же сами об этом говорят. Тоже, да. Они же не пускают наш. Ну, не пускали. Без разницы, честно. Что там в этой Европе? Что там в Европе, да. А мне пофиг. А мне пофиг. Это их экономическая ошибка, я считаю. Ошибка? То есть, лучше бы им не стоило этого делать. Ну, на природные ресурсы, которые им необходимы, лучше бы не стоило это делать. Мне кажется, это логично было, что так все будет. Мне кажется, правительство Европы должно было осознавать, что будут такие последствия, и, скорее всего, они даже это осознавали. Но сейчас вот политики как будто бы мерятся, у кого больше. Больше. Сами виноваты. Сами виноваты? Да, все. Ну, у нас рыночная экономика, и люди живут... Как все от всех зависит. Поэтому вводя санкции, они делают только хуже себе. Ну, все логично, закономерно. То, что происходит, в принципе, это политическая борьба сейчас происходит, и поэтому так и должно было быть. А в плане, как я к этому отношусь? Или... Ну да, как вы к этому? Ну и как я к этому отношусь? Ну, типа, они сами, грубо говоря, сделали так, чтобы все это произошло, поэтому что поделать? То есть Россия как будто... Ну, Россия действует так, как ей нужно действовать. То есть ситуация, к которой она пришла. Вот, вопрос в том, нужно ли бы это было, эту ситуацию создавать, это уже другой вопрос. Это политика. Ну, то есть, как это, закономерно было или как думаете? Я думаю, это решится. Вон, чтобы нам было выгодно. России. То есть, выгоднее им сотрудничать с Россией было бы? Да, нам вообще сотрудничать со всеми выгодно. Ну, во-первых, я не так, чтобы знаю про митинги, я их не видел. Для того, чтобы верить российской прессе, ну, надо как минимум читать зарубежную прессу, да, чтобы нормальная точка зрения складывалась. Да, у меня, ну, у папы, например, есть точка зрения. Он подписан на австрийские газеты, подписан на немецкие газеты, он может сравнить, да? Короче, вы не видели лучше туда этого? Я не видел, я это руками не трогал. Ну, если у них митинги, ну, митинги, ну, недовольны люди. Я понял. И... Рад, что у европейцев есть возможность выходить на митинги. У нас в России этого нету, к сожалению. Политика вообще нет. Ну, экономика, влияние экономики, понимаешь, просто у людей нет возможности потреблять то, что они потребляли, и жить так же, как раньше. И они, конечно, бунтуют. Это нормально, да. Это везде, всюду и всегда было. Не хочу это обсуждать. Смелый народ выходит, когда им что-то не нравится. Добиваются. Думаю, когда-то добиваются, когда-то не добиваются. По-разному. На самом деле я аполитичен. Ну, то есть пофиг. Ну, в принципе, да. Мнение нейтральное, у меня ничего нету из-за этого. Мне как-то... Меня не касается, меня это пока не волнует. Считаете ли вы, что они как бы там сами виноваты или как? Что думаете? Виновата Европа или ну, что? Да, то, что типа... Ну да, в принципе. В ответные санкции на их им на газ. Ну, по факту все взаимно, потому что на нас санкции наложили, что на них. Типа, нам наложили санкции на промышленность, скажем так, ну, на автомобильную по большей части. Мы наложили санкции на природные ресурсы. Соответственно, типа, все довольно взаимно. Ну, в принципе, солидарен вот с тезкой моим, да? Ну, вот, и получается, ну... Учитывая позицию Европы в вопросе вот сегодняшних тенденций, все закономерно абсолютно, как бы. Так, вы два Михаила. Сейчас желание загадаю. Хочу, чтобы война закончилась. Ага. Так.